Доброго времени суток. Я хочу вам рассказать, как можно проверить транзистор с помощью прибора. Транзистор – это полупроводниковый элемент, который состоит из PNP или NPN переходов. Схематично транзистор рисуют вот так вот. У него три контакта. Также они бывают двух типов. Я не рассказываю про полевые транзисторы или какие-то сложные. В основном вот таких двух типов используются. То есть, соответственно, у него три элемента. NPN или PNP. И, соответственно, выводы ножек, три ножки выходят. Как его проверить? Так, бывают у них разных типов и форм. От такого, такого, такого и более мелких образцов, которые, в принципе, я не стал показывать, что их не видно. Бывают они в схеме такие, что их практически не видно. Чтобы его проверить, возьмем для этого цифровой тестер. Хочу рассказать, как проводит ток транзистор. Вот этот транзистор проводит ток только от базы к эмиттеру и от базы к коллектору. Да, хочу пояснить. Это эмиттер со стрелкой, коллектор без стрелки и есть база, которая находится посередине. В таком исполнении здесь тоже эмиттер, коллектор и база. Такое исполнение транзистора. В таком исполнении проводимость идет только от базы к эмиттеру и от базы к коллектору. От эмиттера к коллектору не проводит в этом направлении. В этом направлении не проводит. Также обратно от эмиттера к базе не проводит. От коллектора к базе не проводит. Только в двух направлениях. От базы к эмиттеру и от базы к коллектору. Про такой светодиод, такого исполнения, тут наоборот, от эмиттера к базе и от коллектора к базе. Все, в других направлениях он не проводит электричество. Итак, покажу, наверное, на примере вот этого. Ну, расположение контактов может быть разное. Вот, к примеру, у этого транзистора. Вот он так вот выглядит. У него коллектор посередине, база справа, а эмиттер слева. У этого транзистора нарисуем его круглым. Две ножки. Посередине контакт. Вот здесь выведен контакт, да, с корпуса. Здесь на корпус не выведен. Но корпус можно считать коллектором. Одна ножка будет база, другая ножка будет эмиттером. Вот. Как все-таки это проверить? Рабочий он, нерабочий и какого, к какому виду он относится. Берем тестер. Ставим в положение прозвонки светодиодов. Ой, прозвонки диодов. Ну и в принципе прозвонки. Если поставить на другое сопротивление, любое,
то он у нас ничего не покажет. Нужно обязательно поставить на прозвонку и на прозвонку диодов. Тут это одно и то же. Вот. Соответственно, проверяем, рабочий или нет. Показывает по нулям, все пищит. Итак, как мы уже определились, от базы он должен проводить к эмиттеру-коллектору либо в одном, либо в другом направлении. Находим, где у него база. Так, наверное, не видно. Присоединил к одному контакту. Так, показывает 559 Ом между двумя ножками. Здесь показывает по нулям. Вернее, не по нулям, а сопротивление бесконечность. Так, это значит, скорее всего, это эмиттер. Ставим к другой ножке. И проверяем. Так, что-то не пошло. Видать, у меня просто до этого контакт был плохой. Ага. Так. Он, значит, у нас другого типа. Меняем плюс с минусом. И вот. Нашли базу. База у нас получается в данном ситуации тут слева. Подключаем к нему минус прибора. Плюс к коллектору. Показывает 500. Ну, 550, грубо говоря, ом. Ставим к эмиттеру. Показывает столько же. Уже, в принципе, понятно, что он рабочий, скорее всего. И определяем, к какому типу он относится. То есть его проводимость идет от эмиттера к базе и от коллектора к базе. Соответственно, это вот такого типа диод. Типом мы определились, теперь мы определяем, рабочий он или нет. То есть нам нужно проверить, какую сторону он еще проводит электричество. Если он ток не проводит ни в каком направлении больше, значит он рабочий. Так, меняю плюс, ставлю на базу, присоединяю к эмиттеру, ничего. Коллектору ничего. То есть в обратном направлении от базы к коллектору и от базы к эмиттеру он не проводит ток. Проверяем между коллектором и эмиттером, проводит ли он ток. Ничего. И в обратном направлении не проводит. То есть делаем вывод, что транзистор исправен. Маркировка транзистора КТ-818ГМ, который мы проверяли. Его можно легко забить в интернет и посмотреть. Также любой транзистор можно забить в интернет и посмотреть, какого он типа. И, соответственно, потом уже и проверить его на работоспособность. Все, всем пока.